Держим руку на пульсе. Команда «Твоя работа» следит за важными для вас изменениями в законодательстве и решениями правительства Республики Польша. В этом ролике мы расскажем, что делать тем, у кого заканчивается срок легального пребывания в Польше, и как продлить этот срок во время угрозы эпидемии. 9 апреля 2020 года карантин в Польше продлен до 19 числа текущего месяца. Госучреждения не начнут свою работу до 26 апреля, а границы закрыты до 3 мая. Все же в первую очередь стоит обратить внимание на закон, вступивший в силу 31 марта. Нормы этого закона дают возможность легально остаться в Польше тем, кто не может покинуть страну в связи с распространением вируса. Сразу уточним, важная дата – 14 марта. Это дата, когда было принято положение об угрозе возникновения эпидемии. Если ваше легальное пребывание заканчивается 14 марта и позже, по закону оно будет продлено на срок до 30 дней с момента отмены последнего положения или состояния. К продлеваемым документам относятся польская виза, разрешение на временное проживание, разрешение на работу, освящение либо зазволение, также сезонное разрешение. Продлятся эти документы автоматически. Нет необходимости вклеивать новую визу, либо получать заново карту побыта. Учтите, иностранец, чье пребывание в Польше будет продлено таким образом, не сможет передвигаться по территории других государств Шенгенской зоны. Далее, как только объявят, что нет угрозы эпидемии, у вас есть 30 дней, чтобы покинуть страну, либо легализировать пребывание в ней. Что касается безвизового режима и шенгенских виз. 7 апреля Совет министров Польши принял проект очередного закона, на основании которого будет продлено легальное пребывание и этой группы иностранцев. Поэтому лицам, находящимся в рамках безвизового режима и на основании шенгенских виз, не нужно будет подавать какие-либо заявления и прошения. Относитесь внимательно к своим документам, принимайте взвешенные решения. А мы вам желаем только хороших новостей.